Вот мы принесли сюда великую миссию исполнить Слово Божие. Нас одна книга называют «Люди Писания». Вот такая книга есть, если знаете. Тут 5 сура, 47-66 аят, говорит, что христиане – это люди Писания. И нам дан Инжил. Инжил – это Евангелие. Чтобы мы по нему жили. Вот мы по нему живем. Нам написано: идите и проповедуйте Евангелие всей твари. Чтобы люди жили для Бога, не для скверны. Никакого прелюбодеяния, никакого многоженства. Для Бога чисто. Бог дал одно ребро тебе, взял у тебя. На одно ребро и надейся. Не все же ребра считать. Бог жену-то сотворил. Батюшка. Так. Вы меня слышите? Я слышу, говори. Вы меня слышите, да? Да. Скажите мне, пожалуйста, то, что написано в Коране, и то, что написано в Библии, они совпадают на 100%? Слушай только внимательно. Я начну отвечать, вы сразу отключаетесь. Не материться. У меня вышло 38 томов книг. Я как историк, да, как преподаватель и прочее. И вот этой книге я посвятил один том. И сравниваю все суры и аяты из Библии. Противоречия, несхожести. 5216 разных написано. Ни две, ни три. Это никто не знает. Я несколько лет занимаюсь этой книгой. 57 лет Библию в руках держу, не выпускаю. Запомни, 5216 расхождений. Батюшка, скажите мне, пожалуйста, я так ответ свой не получил от вас. Смысл совпадает? То, что написано в Коране, и то, что написано в Библии. Тогда слушай внимательно. Ты вот эту книгу-то считал, когда знаешь, что тут написано? Написано. Нет, ну а что там? Там что внутри-то? Внутри ты знаешь, что написано? Знаю. Ну тогда слушай внимательно. Главная мысль Библии – это второе лицо Троицы. Бог посылает на землю Сына Своего Иисуса Христа, который через Деву Марию родился и был распятый, и воскрес третий день, чтобы даровать прощение. Сходится, нет, с тем, что там у вас написано? Сходится, нет? Или вы не знаете содержание? Они говорят, Иса – это пророк, не больше того. Он Бог. Да, это пророк. Да, он Бог и Сын Божий, второе лицо Троицы. Ну как это? У нас главное. Мы везде молимся: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. У нас везде крест, на храме везде. Не луна. Ну и что, сходится? Дальше считаем. Книга в Библии. Написано 4 глава, 12 стих, Деяния апостолов. Нет другого имени под небом, данного человеком, которым бы надлежало нам спастись, кроме имени Иисуса Христа. А это записано за 600 лет раньше до вашей книги. За это время, только в первые века, казнено было 500 000 христиан. Батюшка, а вы знаете, что Иисуса хотели там убивать, да? То есть я на русском как смогу вам объясню, так и хотели убивать. Да. Но Бог, Аллах, сделал так лицо Иисуса у врагов. Они убивали не Иисуса, они убивали самого врага, который был лицо как Иисуса. Ну ладно, батюшка, не воздержайте мои слова как в обид. Но смотрите, Библия была, когда был сам Иисус, да, пророк. А после Иисуса в Библию они сделали изменения. Понимаете, вот почему Коран они не могут изменить. А знаете что? Когда люди хотят доказывать, они смотрят, какая буква, что, а которые пришли позже. А все, кто-то исказил. Я говорю, кто исказил? А какая была, чтобы сравнить, исказили? Нет, покажи, какая та была первая. Ни один не показывает. То есть есть еще брехня сплошная. Собачья брехня. Иисус умер за грехи людей. А евреи говорили, он не воскрес. А что, убили? Они говорят, и по сегодняшний день. А тут пришли в 7-м столетии и решают, а он не умер.
Ну еще рассказывают, такие бредни. У меня написано на каждой странице, он умер и воскрес. Это любовь Бога к людям явленная. А ее переписывали. Батюшка. А как переписывали? Батюшка. Что, смотрели, как испортить? Вы Коран читали, да? Не только читал, у меня книга написана о Коране. Вы читали, в Коране написано, что Бог сказал, то есть Аллах сказал, мы перед тем, как вот Библия была еще, Забур была, был, да, книга, Бог отправил эти книги и дал указания тому пророку, в который он отправил эти книги, сказал, чтобы защитите свои книги вы сами. Они не смогли защитить, вот Библию они не смогли защитить. После того, как После Иисуса было изменение в Библии. А вот Корана, Бог, Аллах сказал, я отправил эту книгу. Так, ладно, не надо, даже я это слышал, 100 раз слышал. Библия говорит, бодрствую над Словом моим, Бог говорит, небо и земля исчезнут, но над буквой не исчезнет. А теперь пришел кто-то говорит, кто говорит-то? Многоженец, человек, который воевал. Ну, что спрашивать-то? У нас этого нету. У нас, если человек имеет 2 жены, его даже в храм не запустят. А тут 4, все раскрыто. Вот где искажение-то. А у нас в Библии все правильно написано. Идите и проповедуйте, я и пришел. Вы почему не проповедуете? Потому что не знаете. Вы содержание не знаете. Вы считаете, 5 сура, 47 аят, 66. Господь говорит, дал вам инжил, Евангелие, чтобы мы по нему и жили. Не искажали. Кто бы его искажал-то? Когда оригинал-то с первых веков-то сохраненный, ни одна буква не искаженная. Вам сказали, ну сказал-то сатана не человек. Сатана это против Библии воюет. Иисус воскрес. Вот позавчера или когда был день воскресения, почему называется воскресение? Потому что воскрес. Сейчас идет 2019 год. А начало от чего? От Рождества Христова. Тут что не понять-то? Батюшка, вы что хотите доказать? Скажите мне, пожалуйста. Нет, я свидетельствую, я не доказываю. Бог один. Мы все умрем. Это вы прекрасно понимаете. Что, да? Что именно? Мы все люди. Ну хорошо, Бог вы сказали, не, это переписали неправильно. А как узнать-то, правильно, неправильно? Ты сначала покажи правильно, а теперь я увижу, что неправильно. Оригинал покажи где, его нигде нету. Оригинал тот, который у нас в руках. Что оригинал у вас в руках? Библия. Ее переводили 4 духовные академии в 1876 году. Знатоки языков. Оригинал у вас в руках. И вот так. Ну ладно, я вам сказал, не надо, вы ничего не считали, не знаете. Христос умер за грехи людей. Если вы не будете верить во Христа, вы умрете во грехах. Бог всем людям, не только вам говорит. Дальше я вам считаю не как-то, а прямо по Слову Божию. Вот я сейчас даже назову вам места Библии, которые об этом говорят. Вот заметьте, внимательно. Первое послание Иоанна. 2 глава 18 стих и 28. И 1 Иоанна 4, 3 и 2 Иоанна 1, 7. Кто будет говорить не то, что я написал, Господь говорит, в Библии написано святыми. Это дух Антихриста. И поэтому вы слова говорите какие? Это для нас дух Антихриста говорит. Пытается нас свернуть с прямого пути. Слушай, только без ругани. Здесь Содом и Гоморра, в этой чат-рулетке. И мы пришли сюда пролить свет от Святой Библии. Рассказать, что ждет людей за те дела, которые тут творятся. И рассказать о любви Божией, что согласно Евангелию, Христос Иисус приходил на землю, Спаситель, и умер, был распят на кресте, пробиты руки. И воскрес третий... Я перебью вас. Я не собираюсь переключать. Можно с вами пообщаться? Я сейчас закончу. Нормально. Мысль закончу. Закончу. Он был распятый, в третий день воскрес, и теперь зовет всех к покаянию, чтобы люди были в раю, а не в аду. Говорите. Можно, пожалуйста, да. Узнать, как вас зовут? Я слушаю вас. Можно узнать, как вас зовут? Меня зовут Лапкин Игнатий Тихонович, Алтайский край, город Барнаул. Мне 81 год. Этого достаточно? Так точно. Очень приятно. Меня зовут Александр Александрович Воронин. Я так-то молод сам по себе.
мне, я зеленый еще. Мы под маски не скрываемся, потому что мы христиане, и мы должны чисто идти. Мы строим православную деревню, где нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. У нас ни одного аборта, ни одного развода нету. Это очень благое дело. Очень благое. Притом у нас, у нас по церкви с тарелкой не ходят. Этого очень не хватает в наше время. Извините, а как вы сюда попали? Мне очень интересно. Я уже пятый месяц здесь нахожусь. Тысячи людей, которые услышали Слово Божие. Господь говорит, идите и благовествуйте, ибо больные имеют нужду во враче, а не здоровые. Ого, интересно все. Очень даже интересно. Здесь разврат. Здесь процентов 90 мусульмане. Процентов 50 раздеты. Все самое гнусное, развратное, все сюда стеклось. Это глубокая клака зла, адский провал. Вы правы. А почему? Что вас подвигло сюда прийти? Горе, которое несут люди, что они погибают и в ад идут, мучиться с сатаной, в огне будут. Мы пришли сказать о любви Божией, что Иисус Христос, Спаситель мира, второе лицо Троицы, воплотился через Деву Марию и всех зовет к покаянию, умер за грехи людей. Больше радостной вести нет такой, когда я не могу спастись, а Господь говорит, покайся, я тебя прощаю. Какой бы ты ни был, разбойник, блудница, Господь не смотрит на это. Он человека перерождает. Это очень интересно. Вы знаете, на самом деле я из очень приличной семьи. Моя семья набожная, в общем. Вы так вот по совести, скажите, вот вы так говорите, вы обкурены или после похмелья? Ну, видно, что вы ненормально себя ведете. Ну, мне 81-й год, я говорю прямо, а вы как-то прям весь извихлялся, зачем это? Нервы, наверное, но вообще в целом я... Немного пьян, я сегодня выпивал. Ну вот я же вижу. Я наркотики я не употребляю. Так, все, больше не... Слушайте, я вам сейчас скажу наши ресурсы. И когда вас как звать? Меня зовут Александр. Александр? Это означает «защитник» по-русски переводится. Так защити свой разум, защити свою душу, защити родных, приняв Христа. Живя до Него. Теперь, если я сейчас уйду, или вы выключите, нам больше не встретиться. Вы запишите два слова, когда вы меня найдете в любой момент, и трезво будете, я вам отвечу на все ваши вопросы. Запишите. Сайт, это скайп Игнатий Лапкин, в скайпе. Запишите, вы забудете. Игнатий Лапкин. Ну, напечатайте здесь, я посмотрю. Напечатайте. Игнатий Лапкин. Напечатайте, я посмотрю. А где это искать? Да, напечатайте под меня там, чтобы букву выскочили. Хорошо. Я сейчас посмотрю. Правильно? Нет, вы поняли. Игнатий Лапкин. Абсолютно правильно. Вот если по скайпу зайдете, по скайпу, я один на всю вселенную с этой фамилией и именем. А если вы зарядите «Во свете Библии» Игнатий Лапкин, зайдете на наш YouTube-канал «Во свете Библии». Такого канала нету в интернете. Александр, у меня там наших роликов 18,5 тысяч роликов. «Во свете Библии». Просмотров 44 миллиона. Там я отвечаю, я отвечаю там студентам, какие ответы. Я в 5 университетах вел занятия. 3 радиопрограммы. Вам будет очень интересно. И вы увидите, как с нуля мы начинаем. Я начальник детского лагеря практически полста лет. Тысячи детей подняли без помощи государства. Не Путин виноват, что мы такие. А за Путина, за всех надо молиться. Нам Писание говорит так. А это-то, ходить на Майдан, да проще это сатане угождать. Вот вы откройте во свете Библии, Игнатий Лапкин. Открылось?
Канал, канал открылся, сразу откройте, где видео. Да. И вы зайдете. Вам будет приятно потом узнать себя. Скажете, вот видите, не голый лежал, не совсем пьяный, и со мной даже поговорили. Ты еще хвалиться этим будешь? Я тоже так думаю. Вы правы. Так, Александр, когда спасибо. Будешь совершенно трезвый, трезвый, по скайпу найди меня. И там я скину все ресурсы. Какой форум у нас, какой сайт. У нас огромный материал. И в Твиттере там есть, и в Фейсбуке, и живой журнал, и Одноклассники. Но там администрация работает, я и не бываю там. А вот YouTube — это моя стихия. Хорошо. Спасибо вам большое. Всего хорошего. Спаси Христос. До свидания. Да благословит вас Господь, чтобы пришли ко Христу.